В овальном зале Дома правительства Республики Беларусь состоялась инаугурация первого президента страны. 39-летнего председателя Комиссии Верховного Совета Беларуси по изучению деятельности коммерческих структур, бывшего директора совхоза «Городец» Шкловского района Могилевской области Александра Григорьевича Лукашенко. Инаугурация проходила на заседании Верховного Совета Беларуси. Александр Лукашенко произнес клятву на белорусском языке, держа руку на Конституции. Затем выступил перед депутатами на русском языке. После этого президент Беларуси предложил для утверждения Верховным Советом кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров, силовых министров. Выборы президента Беларуси состоялись 10 июля 1994 года. В них участвовали 6 кандидатов. В первом туре Александр Лукашенко набрал 44,82%, Вячеслав Кебич – 17,32%, Зенон Поздняк – 12,82%. Во втором туре с результатом около 80% победил Лукашенко. Согласно Конституции Беларуси, президент республики является главой государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Он представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными организациями. Клянусь служить народу Республики Беларусь, выполнять Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выполнять ускладенные на меня высокие обязанности.